Ресурсный центр добровольчества. Здравствуйте. С 2020 года ресурсный центр добровольчества помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Привозят им продукты, лекарства, выгуливают собак. Также центр оказывает информационную, консультационную, методическую, организационную поддержку волонтерским организациям и их членам. Ресурсный центр создан вообще для того, чтобы помогать волонтерам развиваться, набирать обороты, делать более качественные мероприятия, более качественную работу. Сейчас в ресурсном центре не хватает волонтеров, а количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Сарове возросло. Это значит, что звонков в волонтерскую организацию поступает все больше. В связи с ухудшением обстановки, ситуация с ковидом, требуются волонтеры, совершеннолетние волонтеры, которые будут заниматься доставкой продуктов, доставкой лекарств, вынос мусора. Также у нас есть волонтеры, которые занимаются выгулом собак. Если у вас есть желание помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, или вам самим требуется помощь, то вы можете позвонить по телефону 99-113 или написать в группу ВКонтакте «Ресурс добровольчества Саров». Быть добрым просто. Ирина Вышегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.